Платошкиным Николаем Николаевичем, мной ему был задан вопрос, который мне не дали договорить, выключив микрофон. Я его повторю. Первый вопрос Платошкину Николаю Николаевичу. Почему наше светлое будущее здесь предлагается строить на правовой фикции, какой является Российская Федерация? Платошкин на данной встрече утверждал и призывал участвовать только в законных мероприятиях. В то же время сам Платошкин Николай Николаевич, являясь по настоящее время юридически гражданином СССР, поскольку официально не проходил процедуру выхода из советского гражданства, называет себя гражданином Российской Федерации и призывает таких же граждан СССР, никогда не выходивших из гражданства Российской Федерации и ошибочно считающих себя гражданами РФ, избрать его президентом Российской Федерации. То есть призывает участвовать в нелегитимных, незаконных, неправомерных выборах. Иными словами, создавать очередную правовую фикцию. Второй вопрос. Почему вы, Платошкин Николай Николаевич, позиционируя себя приверженцем решения вопросов невооруженным путем и критикуя как неприемлемую диктатуру пролетариата, существовавшую при СССР, не призываете, как подсказывает логика, к диктатуре права, следование которому предполагает безусловное выполнение законов государства, которому вы, Николай Николаевич, да и все остальные, называющие себя советскими офицерами, имеют прямое отношение по факту рождения в действующей Конституции СССР, в том числе ее статьи 64, обязывающей гражданина СССР защищать свою социалистическую родину и выполнять свой воинский долг офицера вооруженных сил СССР согласно данной вами военной присяги. Третий вопрос. Называя себя гражданином Российской Федерации, Платошкин Николай Николаевич утверждает, что любой россиянин может поменять свой паспорт на паспорт любой другой страны, при этом не проходя положенных в этих случаях процедуры смены гражданства. Как это сообразуется с такими понятиями, если, конечно, они у Платошкина есть, как долг, честь, совесть, достоинство гражданина той великой державы, в которой Платошкин Николай Николаевич родился, воспитывался, то государство, которое дало ему возможность бесплатно получить блестящее образование, и к которой Платошкин дал военную присягу на верность служить ей, не щадя своей жизни до последней капли крови. А поскольку во время нашей встречи 8 февраля 2020 года в городе Нижнем Тагиле Платошкин Николай Николаевич уклонился от прямого ответа на заданные ему вопросы, не выразил ни малейшего желания выполнить данную им военную присягу на верность советскому правительству и своей родине СССР, ему, гражданину СССР, никогда не выходившему из советского гражданства, находящемуся под военной присягой СССР и не выполнившему ее в тот момент, когда ему об этой присяге напомнили публично, мной, Афанасенко Петром Владимировичем, находящимся в данное время, как и положено офицеру вооруженных сил в строю, по приказу главнокомандующего вооруженных сил СССР на должности временно исполняющего обязанности министра МВД СССР, в отношении Платошкина Николая Николаевича оформлен протокол регистрации преступления на территории СССР в военное время представителям нелегитимных структур для последующей передачи в военный трибунал СССР. Честь имею.
Платошкин утверждает, что советская власть дала возможность ему бесплатно учиться поступить в МГИМО. Мне советская власть дала возможность бесплатно учиться поступить из сельской школы в МГИМО. В то же время он призывает не защищать эту советскую власть путем возрождения законных органов власти и управления на основании действующей Конституции СССР, а призывает голосовать за него как президента другого государства под названием Российской Федерации. Платошкину был задан вопрос из зала. Можно ли гражданину с паспортом РФ голосовать в другом государстве? С этой точки зрения вы объясните, можно ли по паспорту Российской Федерации участвовать в выборах в какой-нибудь Гондурасе? Да, можно. И второй вопрос. На каком основании граждане, как вы говорите, советские граждане, официально не вышедшие из гражданства СССР и официально не приобретшие гражданство РФ, лишь участвуют в выборах? Простите, извините, пожалуйста. В зале сидит основная масса. Вы задали абсолютно неверный вопрос. Первое, что вы спросили, могут ли российские граждане, российские, постоянно живущие за границей, в Гондурасе, в Узбекистане, в Киргизии голосовать? Да, могут. Они же российские граждане. У них такой же паспорт, как у меня. Почему они должны голосовать? Но если у них остался советский паспорт с каких-то времен, и они, предположим, не захотели менять на российский, не могут, должны прийти в посольство. Поменять паспорт на советский – это легко сделать. Не знаю, стоит это, по-моему. Можно, ответил Платошкин Николай Николаевич. Возможно, он не понял или не захотел понять вопроса, о чем его спрашивают, и не стал дальше уточнять. А надо бы. А то выходит по Платошкину, с паспортом РФ можно прийти на любой избирательный участок в любой другой стране и за что-то проголосовать. Как это произошло в 1993 году, когда граждане с паспортами СССР проголосовали за проект Конституции Российской Федерации. Платошкин Николай Николаевич утверждает, что у гражданина СССР, кроме паспорта СССР, никакой связи с государством нет. Нет паспорта, нет обязательств перед государством. По Платошкину, при отсутствии у него паспорта СССР, у него, Платошкина, автоматически не стало обязательств перед государством, которое его вырастило, воспитало и дало путевку в жизнь. Испарился гражданский долг, по действующей по сей день Конституции СССР, исчезла связь с военной присягой офицера вооруженных сил СССР, хотя военный билет офицера запаса советской армии у Платошкина никто не изымал. Он с гордостью вспоминает о нем на своих встречах, где выставляет свою кандидатуру на пост президента другого государства под названием Российской Федерации с другим социальным и конституционным, то есть капиталистическим строем, чуждым идеалом СССР, того государства, в котором он родился и которому присягал. У нас в странах СНГ, они ж никуда не уезжали, мы их сами предали. Да? Мы разрушили Советский Союз, вот я тоже, все остальные. И они ни в чем не виноваты, они, конечно, должны голосовать на наших выборах, если у них российский паспорт. На данной встрече Платошкин заявил, что мы разрушили Советский Союз, я и вы все. При этом он обращался ко всему залу. Это некорректно со стороны Платошкина и не точно. Потому что разрушали СССР конкретные должностные лица, имеющие конкретную фамилию, имя, отчество. А народ как раз проявил обратное. Он проявил свое волеизъявление по вопросу сохранения обновленного СССР на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. О чем Платошкин Николай Николаевич ни разу не вспомнил. И при этом проявил себя как незаконопослушный пока еще гражданин СССР.
Что с нами? Почему? Когда смотришь фотохронику трагедии, охватившей страну, невольно задаешься вопросом. Что это? Печальный итог перестройки или предостережение? Предостережение от всеобщей гражданской войны. Задаешься вопросом, быть или не быть союзом. Вы когда-нибудь задумывались, какой национальности неизвестный солдат, похороненный у Кремлевской стены? Что такое союз? Тюрьма народов, как это модно говорить теперь, или все-таки наша общая родина? Каким вы видите новый союз? Каким? Я не представляю его сейчас, не могу представить. Но дело в том, что без союза у меня 13 племянников, 4 брата погибли. Понимаете это, да, нет? Да, конечно. Вам это понятно уже, что тут конечно, у меня на душе. Конечно. Вот. Поэтому я, у меня сейчас уже от племянников замужем за татарами, за башкирами, женятся, тоже так же берут. Ну что мы будем потом делать без этого? Конечно. Вам понятно? Конечно. Я в политике, я не хочу сказать, что Ельцин плохой, но что-то есть такое, что он не хочет то, что нужно. Может быть, частично даже, может быть, от его это недопонимание или как. Я не понимаю его. Он я не могу понять. Он хочет то, что надо, бабуля. Нет, нет. Он хочет то, что нет, надо. Нет. Вы понимаете, но ему ну, многое не дают. Подождите, ему многое не дают. Мне сказать, вот. Почему же он так выступает? Зачем он выступил так резко? У нас невозможно быть в розни. Только единством можно будет победить и добиться успеха. Спасибо. Поэтому я считаю, только да. Потому так важно решать назревшие конфликты конституционным путем, чтобы каждый человек в стране имел возможность высказать свое мнение. Как вы ответили на вопрос бюллетеня, да или нет? Да. Потому что если не будет союза, говорит Аксакал из туркменского аула, не будет связи между народами, развалится экономика. Дружба, братство между республиками необходимы. Девять республик из 15 дали согласие участвовать во всесоюзном референдуме. И голосование шло по вопросу, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. «Мы столько лет прожили в единстве, в союзе», — говорит эта киргизская женщина. «Как мать я хочу, чтобы и в дальнейшем мы продолжали жить в согласии». Вот, если выйдем из состава союза, для нас это будет трудно. Столько лет прожили в союзе, и мы дальше будем жить. Но у нас в народе есть такая пословица: одиноку это добыча волка. Мы хотим, чтобы наша республика сам решал свои проблемы независимо. И за это мы будем голосовать. Простите, пожалуйста, вы за что будете голосовать? За союз? Несколько вопросов. Против. Против. Против союза. А за президента России или против? Думаю, что тоже против. А за мэра или против мэра? Да, за, конечно. А почему по первому вопросу вы против? Ну, я полагаю, что для меня это просто вопрос чисто нравственный. Иначе говоря, я должна как бы высказать свое отношение к позиции, скажем, грузин и прибалтов, которые хотят получить суверенитет. Мой долг великороссов дать им такую возможность. Об итогах референдума рассказывает заместитель председателя Центральной комиссии Головко. Итак, наша страна, советский народ пережил впервые в своей истории такую крупную политическую акцию, как референдум, как опрос народа по коренному вопросу нашей жизни, быть ли союзу обновленным. И сегодня мы уже можем говорить о результатах проведенной работы. В референдуме приняли участие более 185 миллионов советских
людей, они были внесены в списки, как ну, их можно называть избирателями. И из этой цифры, из этого числа, ровно 80% населения приняли участие в референдуме. Из них 76,4% высказались в пользу Союза, то есть сказали «да».